Уровень воды повышается в Атырау. За сутки она поднялась на 6 сантиметров. В городе продолжают строить укрепления и защитные дамбы. С ходом работы ознакомился Ужас Бектенов. Премьер-министру доложили, что противопаводковые мероприятия практически полностью завершены. Всего вокруг областного центра построили 482 километра дамб. Привлекли для этого 6 тысяч спасателей, военных, полицейских и волонтеров. Чтобы увеличить пропускную способность воды из реки Урал в Каспийское море, продолжаются дноуглубительные работы. Делают это с помощью специальных судов техфлота и гидравлических экскаваторов. Глава правительства осмотрел участки и поручил нарастить силы, перебросить в Атыраускую область военнослужащих и технику из регионов, где ситуация с паводками стабилизировалась. На сегодняшний день в Атырауской области продолжаются превентивные берегоукрепительные работы. Общая протяженность данных работ по Атырауской области составляет 520 километров. Общий объем выполненных работ составляет 92%. В работах задействовано свыше 16 тысяч человек. Также продолжаются дноуглубительные работы в устье Урала-Каспийского канала, а именно идет дноуглубление места впадения реки Жаик в Каспий.